Российский турист, побывавший в Турции, рассказал о своем походе на один из местных продуктовых рынков. Своими впечатлениями он поделился в собственном блоге на платформе Яндекс.Дзен. «Цены такие низкие, что просто издевательство для русского человека», — описал свой опыт путешественник. В публикации он подчеркнул, что речь идет далеко не о самом дешевом рынке в стране, а о пятничном развале в курортном средиземноморском городке Каш. В частности, на снимках, которые разместил в сети автор поста, видно, что килограмм яблок, мандаринов, грейпфрутов или томатов там стоит 3 турецкие лиры, 30 рублей, свежего перца чили, 10 лир, 100 рублей, винограда или лимонов, 5 лир, 50 рублей, шампиньонов, 15 лир, 150 рублей. Причины для столь привлекательных цен, как по мне, две: крайне развитое сельское хозяйство в Турции и сильнейшее падение национальной валюты страны за всю историю, пояснил россиянин. Он также заметил, что в крупных турецких городах, например, Стамбула или Анталии, цены на товары будут еще примерно в полтора раза ниже. 4 декабря сообщалось, что в сети раскрыли необходимую сумму денег для самостоятельного отпуска в Турции без путевки и помощи туристического агента. Так, для большой компании или в одиночку можно арендовать виллу, которая обойдется примерно в 1000 евро, 90 тысяч рублей, в месяц. Другой вариант – снять обычную квартиру, стоимость которой составит около 200 евро, 18 тысяч рублей, в месяц. Если видео было вам полезным, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.